Если хотите изучить вопрос социального капитала, то просто обратитесь с двумя вопросами к людям в группе. Первый — можете ли вы доверять друг другу? И второй — во скольких организациях вы состоите? И становится ясно, что когда экономическое неравенство растет, люди друг другу перестают доверять. Доверие основывается на симметричных взаимоотношениях, а по определению вертикальная иерархия не оставляет шансов на естественные симметричные отношения, ведь симметрии в них меньше. Второй вопрос, во скольких организациях вы состоите, важен, так как когда неравенство становится вездесущей нормой, никакие союзы не помогут. Никто не хочет вступать ни в какие группы, ведь между вами нет ощущения работы на общее благо. Еще раз, дело не в том, что человек беден. Дело в том, что он чувствует себя бедным. А получается так, потому что экономическое неравенство напоминает ему об этом раз за разом. И человек оказывается в условиях менее здоровых, менее безопасных, менее доброжелательных, а это и есть основной фактор катастрофы. Если вам понравилось видео, поддержите нас на Patreon. Переходите по ссылке в описании. Там вас ждут эксклюзивные видео и другие приятности.